Там городская электростанция. Нам сюда. Thank you.
мне хлеб. Красота, фото. Я буду сзади снимать пока. Новая Михайловка. А дальше Красненькая. Едем в Красненькое сейчас. По полям. Можно по асфальту, но это машины. В Горобе, там в каньоне, там тоже красиво. Нет, ваши все собаки. Обучите собак, чтобы они не выходили за пределы ограды. Ну, это тоже наша поля. Это не ваша. Это частная собственность ваша. А дорога тоже? Нет, дорога нет. Вот, мы едем по дороге. Что, они набросили? Да, все 5 или 6 собак. Алабай тут бы. Набросились на вас? Да. Ну, я извиняюсь. Мы снимаем на камеру и можем показать или идти. Там милицию, если надо будет. Вообще, знаю, но надо их как-то сдерживать все равно.
Обучите. На Гугле есть инструкции, обучающие про собак не выходить за пределы определенной территории. Она, я так понимаю, вот там. И вы можете просмотреть эти ролики, обучить этих собак. Собаки умные животные, просто они думают, что это территория их. Нет, нет, не успели. Хорошо, что не покусали, но здесь могут быть случаи, когда их кого-то покусают, и у вас будут неприятности. Пожалуйста, примите к сведению, потому что у нас двое, если был бы один... Хорошо, вызовем. Хорошо, мы снимали на камеру, что покажем. Идем. Давно здесь собак не было, где-то два года. Два года не было, когда там все ткать появились. Выше? И что? А, будет. Раньше тут было две собаки, лба и овчарка, сейчас уже 5-6 штук забегают. Почему здесь что, волк? Что здесь? Я говорю, здесь какие-то хищники, которые... Нет, здесь овцы пасутся и охраняют. У них ферма здесь. Ну, чтобы не выбегали на дорогу. Меня раз учила собака в городе, я написал заявление, потом приходили к ним с милицией, объяснение писали. Ну здесь не укусили, здесь ничего не сказали. Хозяин, да? А? Да, хозяин. Был хозяин? Да. Дом, ну, в частном секторе. Говорили, что был случай, когда овчарка загрызла человека, там уже было уголовное дело на хозяина. Здесь просто укус, так особо ничего не будет. Раз были случаи серьезные, пару лет назад. Вот ребенка покусали. А слышал, да. Такие злые собаки, я сразу останавливаюсь, то могут укусить, а когда стоишь, они не бросаются. Здесь есть объезд фермы, что мы делали от этих собак. Но их уже два года не было, поэтому мы и не парились, сейчас опять появились. Да, срежем. По этой горе нужно срежем.
пастбище коровы. Не верю, что это все их не поле такое огромное. Просто вышли и попасти. Это наша земля. Настасья, сколько привет. Да, мы же не едем по полю, по дороге. Привет.
машинами воняет. Краснянское.